У тебя были светлые глаза, и вся была светлая. Карри, у меня глаза были всегда. С ума сойти, ничего не изменилось. Столько лет. Я думал, ты и сегодня не придешь. Учат в школе. Да. Так, делаем уроки, нас не беспокоить. Пятнадцать лет я ходил на эти дурацкие встречи выпускников. 15 лет? С ума сойти. Наконец-то ты попалась. Теперь выпускница, я тебя уже не выпущу. Подожди, Вить, подожди. А помнишь, в 7 классе ты мыла пол возле моей парты и все не уходило? Нас потом еще дразнили все. А ты все мыла и мыла, а я не мог оторвать от тебя глаз. Неужели не помнишь? Да. Ездили на море. Как собак выгуливали, тоже не помню. Помнишь? Твой первый поцелуй. И как ты испугался, тоже не помню. Как ты держала меня за руку. А потом я поняла, что буду любить тебя всю жизнь. Не помню. Помнишь? Не бери. Подожди, может, мама? Непонятно кто. Алло, я слушаю. Алло, простите, Виктор? Да, кто это? Это мне ваш телефон дала ваша бывшая одноклассница, Татьяна Боровкова. Я, простите, что так поздно вас беспокою. Ничего не понимаю, кто это? Простите, Виктор, меня зовут Николай. Я муж Юлии, Авериной. Вот, Танечка Боровкова сказала, что вы были последним, с кем видели. Да, правильно. Вы вместе ушли еще до окончания. Боровкова, как всегда, в своем стиле. Это и есть вот профессор? Николай? Доцент, не обращай внимания. Что ж так? 15 лет прошло, а он все. Доцент. Плохая-то, видно, жена. Зачем, Вить? Зачем? Действительно, зачем? Сколько? 2 года? Да, 2 года не прошло ведь. Спрашиваю маму, а где моя невеста? А мама молчит. Была, значит, тебе невестой. А замуж вышла за доцента Николая. Вот история какая. А как ты меня провожала, помнишь? Что говорила? Вить, ну зачем начинать? Зачем начинать? Да я забыть не могу. На тебе еще было белое платье. Короткое. И ветер ужасный был. Помнишь? Я буду ждать тебя. Служи, Витенька, и читай мои письма. А писем всего 3 было. И все про этого Николая. Какой он умный, какой он
веселый. Ведь что было, то было, назад не вернешь. Господи, ты ведь ничего не знаешь. Как я жила все эти годы, 15 лет, как в аду. Эти бесконечные диссертации, эти лекарства, болезни. Им же ничего не нужно. Эти годы я ждала, что ты придешь, что ты заберешь меня. Эти годы я любила только тебя. Каша, ты заберешь меня? Да? Подожди, подожди, у меня есть Вика, это моя дочь. Она тебя не испугает? Но если ты не захочешь, она в первое время может пожить у мамы. Нет? Она будет жить с нами. Мы начнем все сначала. Если это мама, тебя нет. У нее сердце. Спрячь сапог. Кто там? Виктор, простите меня, ради бога. Я не знаю, что делать. Уже утро, а ее нет дома. Я в милицию звонил. Они говорят, надо ждать сутки. Я не могу. Я 3 часа по городу хожу. Не знаю. Как вы узнали адрес? Дома нет. Телефон у нее отключен. Я говорю, как вы узнали адрес? А что? Какой адрес? Этот адрес. Тоже Таня Боровкова? Нет, вы не волнуйтесь. Я у Юленьки в записной книжке с телефона посмотрел. Вы ведь дружили в детстве. Дочь уснуть не может. Я звонил. Вы знаете что? Вы не беспокойтесь. Она, кажется, собиралась к какой-то подруге поехать. Да. А телефон, наверное, у нее разрядился. Да, она, наверное, вас уже дома ждет. Дома? Да. Да. Вы думаете? Да, я думаю так. Да, я, наверное, зря волнуюсь, преувеличиваю. Конечно, дома. Спасибо. Спасибо вам. Не за что. Ну, конечно же, дома. Да, все хорошо. Простите. Простите. Ничего. Господи. Девушка. Алло. Хочу заказать машину. На Ленина, 46. Жду. Алло. Да. До Калинина, 16. Спасибо. Руки убери. Я... Ведь я же люблю тебя. Я тебя тоже люблю, поэтому не могу так. Знаешь, почему я тогда ушла от тебя? Вот именно поэтому.